Мы находимся на выставке Household Exports, говорим с нашими экспонентами и гостями. Сергей, расскажите, чем занимается ваша компания, что в 2019 году вы собираетесь представить рынку, чем собираетесь его удивлять? Добрый день. Наша компания является крупнейшим производителем веников из сорга, хозяйственные веники. Мы... Продолжайте. Да. Мы изготавливаем веники различного качества, различного ассортимент, поставляем веники в крупные федеральные сети. В Москве находится крупнейший склад, на котором находится более 200 тысяч единиц продукции всегда, готовы удовлетворить спрос любого потребителя. Всегда хотел спросить, как вы конкурируете с пылесосами? То есть это же аналог, то есть и сейчас в каждом доме есть пылесос, но не в каждом доме есть веник. То есть кто целевая аудитория веников? Вы знаете, когда мы начинали этот бизнес, задавались таким же вопросом, но, как показало время, веник есть в каждой семье все-таки, и они не ушли еще в прошлое, и ими пользуются практически в каждом доме. С 1 января было повышение НДС, как-то вас затронуло, вы оставили цены, вы повышали цены? Немножко цену пришлось поднять, потому что у нас производство находится в Узбекистане. Естественно, таможенные платежи и доставка продукции осуществляются с выплатой НДС, поэтому немножко пришлось поднять цену на нашу продукцию. Являются ли китайские пластиковые или вообще пластиковые веники вашим аналогом и конкурентом, и как вы с ними конкурируете, за счет чего? Ну нет, наш продукт – это же натуральный продукт, выполненный из натуральных материалов, веник сорга, натуральное растительное сырье, экологически чисто, и пластик все равно никогда не заменят, я считаю, натуральные материалы. Спасибо большое. Вот такие экспоненты у нас на выставке Household Expo. Не переключайтесь, скоро включение с новыми экспонентами.